Здравствуйте, меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами рассмотрим решение домашнего задания к 9 уроку курса SQL Essential. Переходим в файл задания и посмотрим, что необходимо выполнить. Первое, что необходимо, это создать базу данных с именем MyFunkDB, и в этой базе данных создать три таблицы. Первая содержит имена и номера телефонов сотрудников некой компании. Вторая содержит ведомость об их зарплате и должностях. Главный директор, менеджер, рабочий. Третья таблица содержит информацию о семейном положении, дате рождения и месте проживания. Переходим в SQL Server и выполняем эти задания. Необходимо создать базу данных MyFunkDB. Для этого используем ключевые слова Create Database. После ключевого слова ON указываем параметры для базы данных. Name – это логическое имя базы данных. File Name – физически полное имя файла базы данных. Size – начальный размер файла базы данных. Max Size – максимальный размер файла базы данных. File Growth – это значение, на которое будет увеличиваться размер файла базы данных. После ключевых слов Log ON указываем параметры для журнала базы данных. Name – логическое имя журнала BD. File Name – указывает физически полное имя журнала базы данных. Size – начальный размер файла журнала BD. Max Size – максимальный размер файла журнала BD. И также значение, на которое будет увеличиваться размер файла журнала базы данных, оно задается с помощью параметра File Growth. Также необходимо задать кодировку для базы данных по умолчанию. Выполняем с 8 по 25 строку. Нажимаем Execute. И видим, что наша команда была выполнена успешно. Это значит, что база данных была создана.